Unless там не помню сколько. Есть вот. 150 тысяч плюс 50 процентов, 20% равно 225 тысяч. Я не помню, сколько там требуется, может опять расширение нужно, может 100% расширение понадобится. Там вообще 400% расширение. Так вот, вот в разделе, так вот в том разделе, так вот, вот здесь, то тут 400 расширяется, там вот, вот это нажимаете, и информацию, и там вот 400, плюс 400% расширение, расширится, так, расширение склад, во, 2000%, ужасы. Ужасы, здесь вот это вот, взять вот это, о, что, о, вот это, ок, вот это, пыть, это вот, плюс 2000% равного. А, 3 150 000. Так. Вот. Вот было 150 тысяч, а станет 3 150 000. Это так расширится склад. Это сколько ж надо нам будет вкладывать помидорок в это развитие всякой хренотени, что понадобится... 3 миллионный склад. Вместимость такая понадобится. Ой. Запаримся. Еще тут совсем немножко. А вот как вот этот потолок. Вот об этом вы узнаете в следующей серии. Как увеличить. Здесь только до 500 тысяч золотых монет. Как увеличить, неизвестно. Скорее всего, не узнаете. В следующей серии там же я не знаю, откуда узнавать. Может, читать действительно эти идиотские штуки. Прочность, строение, скорость горения. Может, где-то здесь собака порылась. Где-то здесь спрятано это. Скорость горения, строительство союза, строительство. Заготовка, члены марш. Член марш. Ускорение обучения, помощь стране. Ускорение технологий, строительство, заготовка металла и так далее. Ускорение исцеления. Странно, как вот это требует увеличить она? Потомок. Вот и все. Очки союза. Вот. Очки союза. Как увеличить их? Очки эти союза. Понятно. Тогда можно было бы башни строить более активно. Да хреново. Настройте штаб башни союза, чтобы расширить его территорию. Ресурсные центры на территории автоматически
Praise all the resources. Салюта можно использовать для стратегических исследований технологий Союза. Вот этот потолок. Со 150 до 3 миллионов. 150 тысяч увеличится. Со 150 тысяч. Как вот это увеличить, неизвестно, может никак. Почему же они ограничивают нашу творческую инициативу как-то? Собаки. Вам построите штаб и башню. Вот я думал, что чем больше башен, больше будем захватывать эти штуковины. Союза. И тогда расширится склад за счет ферм. Да, нифига. Так все ж можно оказалось. Все тормозилось из ведомия нашего клановое. Потому что требовали. Не 150, а 225 или типа того. На исследование. Помидоров требовали, помидорчиков и почему-то досок. Вот какое отношение ваш кораблей имеет к помидоркам и доскам? Они требуют, вы не положите. 150 тысяч мало, а 225 в самый раз. Нет, не точно. Может там 230. Может там вот это вот не поможет. Может на следующий этап еще нужно будет замахиваться. Кидать еще больше помидоров туда, в топку. И достичь второго уровня тогда 100%. Расширение склада вам нужно вот на эту вкладку. Так нет, они посылали сволочи. Сволочи, просто другого слова нет. Посылали ферму Союза или лесопилку Союза. Чего-то нам эта лесопилка, если нам не зайти на эту территорию, вам нам показывали вот эту вот штуку по территории, ферму. На территорию, которая нам недоступна. Недоступна, чтобы она стала доступной. Нам нужно расширить склад. Склад расширить. И тогда марш к равнине. Вот там на зеленку заходим. Марш к равнине. Можно строить там. На зеленой территории башни и другие здания Союза. И самому туда переселяться можно. Собаки. Мать. И тогда можно штаб Союза на равнине построить. Еще один штаб. Ну ладно. Зачем нам два штаба? Вот, два штаба. Получится, они посылали на ферму Союза, которая нам недоступна на равнине. И не давали исследовать это марш к равнине, потому что не расширить без этого склад. И кто замечал вот эту вот надпись? Расширение склада. Какого склада? Мы подумаем, что это склад не Союза, а вот склад отдельного члена Союза. Мало ли. Остальное-то они развивают для членов Союза.
ああ、じゃあ、チリもさ、餃子。チリやね。アタックビフォーで、私、チリもさ、餃子に、何食わな。さばき、焼きにさばきや。たます、のります。すごいね、チリ。わかるか、うそ、チリ。интуитивно, потому что непонятный интерфейс у них, у придурков, и посылают не туда, куда надо. Придурки. Что делать? Вот пятиминутное ускорение. Два. Щедрились. Это мне что? Бесплатно. О, тысячу. Тысячу единиц. Древесин, они издеваются. Издеваются. Нагло издеваются. Над бедными. Над бедными детьми. Которых нет денег. Кладутся. Игрушки всякие. Пошлые. Бесплатно работаем. Не хватало еще буржуев содержать. Буржуинов. Нетушки. Вам как-нибудь за счет рекламы выживать. Тетя. Серфингистка. И тут же у нее олени появились. И девочка на них смотрит. На оленей. Ох. Девочка, пипевочка. Но это совсем не девочка. И такая статуя. Главная героиня. Где-то она. Она очень дорогая. Героиня. О. Дорогая. Дорогуша. Вот ее статуя там. Еду не свищу, как наеду не спущу. Крупным планом, понимаешь? Все. Наехали. Это самая, наверное, крутая тетенька. Потому что аж 100 из 100 маленьких кусочков ее надо собирать. Потом еще прокачивать. Это пазлы. 100 пазлов надо собрать. И тогда так уж и быть. Они дадут нам тетю. Тетю на тетю. А сейчас на ней амбарный замок висит. Да. Почти пояс верности. Как у нас у древних рыцарей был. Заведено. На тетик вешали амбарный замок. И ни одна сволочь не подойдет. Так, ладно. На этой оптимистической ноте мы доберемся же когда-нибудь до нее, если доживем. Вот, 100 штучек. Маленьких таких пазликов. Есть такое... Ничего. Пока. Теперь убрать. Базовые показатели. Особые навыки.
хищников, а так и гонщиков. Ничего себе, везде по 5%, а не 65% с небольшим. И 1/10. Оборона. 265. И что такое, неизвестно. Ладно. Скорость строительства плюс 11.25. Это куда ее надо сунуть, чтобы скорость строительства увеличить? Непонятно. Ну ладно. Бека. Решительная, отважная, оптимистичная. Это все Бекки Хоффман. Прирожденные лидеры прирожденного Бека. Прекрасный геолог. Она еще геолог. Благодаря своему обширному опыту в этой области очень умело орудует альпинистскими кирками, из которой Троцкого угробили живьем прямо. Ранее сделали, конечно, но вот они у него висят. Вон. Висят. Видите? Красный геолог, так. Орудует альпинистскими кирками и абордажной кошкой. Вот такой якорь, шестилапый, четырехлапый. Четырехлапый такой якорь. Четыре крюка со стрелками. Абордажная кошка. Ее меткая стрельба также делает ее самым опасным игроком на поле боя, когда Б. Ну что, уже вы определились, Бекка она или Бекка. Когда Бекка ест клубничные вафли, на ее лице можно увидеть самую невинную улыбку. Она ни капли не изменилась. Она все та же девочка, которая весь день беззаботно играет в грязи, потому что она знает, что ее мать Джули. Джули никогда не будет винить ее за это. Зомби, наверное, мать съели, поэтому она не винит ее. А папа у нее нацистский доктор. Хоффман. Разразилась катастрофа, эпидемия какую-то коронавирусную эпидемию пережили какую-то. Ее отец был акливетом. Бекка находится в центре событий. Так много загадок ждут своего решения. Есть девушка, немка и снайпер, и немка, и геолог. Вот столько достоинств в человеке. Просто прелесть какая-то. Моя прелесть. Так, где я? Я еще отключил, чтоб голова не мешало просмотру. Голова хвоящая. Так, товарищи, соберитесь. Читайте. Чего развиваетесь? На всякий пожарный.
yapmıştık. Burada temaslar bir sesyon. Geri kimin kastarız? Yardım olsun ayın. Хватит нам этого расширения для кечева. Для исследований. Или нет. А, сколько у нас исследований накопились. Вот это мы сейчас рванем. Мы порвем конкурентов всех. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли война, то ли эхо прошедшей грозы. Или иначе. Чуть-чуть. Пауза. Рекламная. Нет. Не рекламная пауза. Расширение склада. И 10% мы достигли расширения. Вот собаки. 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 Гады, отлично. Подонки. Видите, что творят сволочи, а? Видите? Есть 25. Бок у нас склада расширили до 225 тысяч, а требуется 253 тысячи 700, чтобы развить технологию. Это чтобы от нас допустили к равнине, к зелени, травку пощипать. И куда они посылают опять сволочи? Лесопилку. Лесопилку посылают идиоты. И куда еще? И естественно, на ферму. Ну, идиоты. Нахрена туда посылать? Если где-то лесопилка и ферма нам недоступны, они на зеленой территории. Мы не можем там строить ни башни, ни здания никакие, сволочи, какие сволочи, а? Придурочные. Всем не послать-то на вкладку. Территория, развитие склада. Ну, идиоты, ну. Все, будем кидаться в них тухлыми помидорами. Расширилась. Он сволочь.
А я перешла, а там же это расширить, это. А там расширилось. А какие сволочи, все время какие-то ограничения, как в готике прям. Два. Ночь. Вот она. Мы в готике от них. Все время вот туда не ходи, пока. Сюда не ходи, туда ходи. Снег башка попадет. Совсем мертвый будешь. Там все время ограничения в котике. Не играли в котику? Играйте. На кок. На бок. Купите. Мы-то не покупаем ничего. Что делать? У нас денежек нет. Покупки. 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 Язык ангельский, ангельский. Наших братьев, англосаксов, представителей четырех германских племен, англов, еще двух и саксов. Они забыли свой родной язык, мяукают на каком-то странном диалекте и называют его ангельский язык. И русичи тоже туда же. Тоже все перешли на ангельский язык. Суют похабные словечки какие-то ангельские. Тут третьих. Язык прям суют. Могучий русский язык. И великий. Великий и могучий. Тих. Это территория, бонусы, склады. Голову убираем и получаем. Нам неизвестно, сколько это стоит. А вот, было 500 тысяч очки Союза. Золотые очки. Золотые очки Союза. А теперь аж 750 расщедрились. Они с таким трудом срабатываются эти золотые. Вот. Здесь 225 было 150 тысяч. Теперь 225. Очень плохо. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем. Разрабатывали всякие выдающиеся вещи. Да. Очень дорогая кожа. Наработали, создавали. А сейчас полная свобода. Сейчас плевать грязью, как я там посуду мою. А где посуду? Она там. Вода льется с копом. Да. Но не касается твоей посуды. Да. Что, мне закроют кран? Не надо сейчас, я туда пойду, господи. Что? Да, на успех в эфире, товарищи. Да-да-да-да-да.